Ребята, всем привет! Вы на канале Страна и Гирляндия и играем в Brawl Stars. Постепенно подтягиваю своих персонажей к 600 кубкам. Пришла очередь Брока. До 600 осталось совсем немного кубков. Появились мы неплохо, вот только возле нас не было усилителей. Пришлось проделать очень долгий путь. Вот же Эль Примо наглый пришел, забрал усиление и ушел. Некоторых персонажей ближнего боя очень тяжело убить. Ну наконец-то. Чтобы завалить такого, нужно сделать 10 выстрелов. Неохота, чтобы кто-то к нам зашел в тыл. Да, получилось не очень. Столкновение, а это означает хорошую прибавку кубкам. Думаю, что здесь без вариантов. Была бы победа, было бы ровно 600 кубков. Еще один бой Броком, надеюсь, больше боев проводить не придется и будет больше 600 кубков. Но я-то знаю результат. Прикольно пересматривать свои бои. Сколько пришлось потратить времени, чтобы завалить Шелли. Отлично, 6 усилений, 3 команды остается. Замедление. У меня есть чем его отогнать. И вот наконец-то появляется последняя команда. Прятались они знатно. Победа, и Брок очередной персонаж, который поднимает 600 плюс кубков. Думаю, что следующим, кому я подниму 600 кубков, это будет Пенни. И да, ребята, у меня есть еще один новый бравлер. В следующем видео я вам его покажу. Переходим к Пенни. Как вы видите, все бои я провожу с рандомами. Практически в каждом бою новый напарник. Иногда это мне вылазит боком. Я понимаю, что некоторым наплевать на количество кубков.
Я, конечно же, особо их также не стараюсь набирать, чтобы быть каким-то лидером топа. Просто иногда есть цель, которую нужно достичь как можно быстрее. В скором времени я установлю свой личный рекорд покупкам, а именно 22 тысячи. Видел, что у некоторых есть 50 тысяч кубков. Всего 51 бравлер. Это только представьте, на каждом бравлере должно быть 1000 кубков. Это каким же монстром нужно быть, чтобы добиться таких результатов? Если честно, я не представляю, как мне этих героев, которые у меня есть, всех перевести на 600 плюс кубков. Чем выше ты поднимаешься, тем сложнее. Бул, 11 усилений. Топы карты. Как удачно! Эта победа меня сильно порадовала. Какой нужно сделать вывод? Будь у тебя хоть 20 усилений, в самый центр не лезь, иначе запинают. Ребята, надеюсь, это видео вам понравится, жду от вас лайков, всем пока и до новых встреч. Да, подписывайтесь на наши каналы Страна Игрляндия и Игрляндия.